Привет всем, дорогие друзья, с вами погнали Let's Play. И мы продолжаем проходить игру «Красать соседа. Адские каникулы». Украинская версия. У нас уровень зайнято. Зайнято по-русски. Цього разу мы побачимо велику китайскую стіну. Сусід знову спускає квіст, намагаючись позалисятися до Ольги. Однак дама воліє вивчати китайську культуру, а не сумнівні чари сусіда. І Воді постарається, щоб все так і залишилось. Ну, звісно. Кап-капку погорче зробив. Капітко. Так. Сейчас мы колготки вытащим. Вы знаете, так скажу, то что в ПК-версии эта игра, вот я это уже говорю, она намного проще, чем в консольной версии. Потому что в консольной версии вот там пипец. Эта игра, она мини-игра, она сложная очень. А здесь нормально. Сейчас берем инструменты. Оглянуть пояс с инструментами. Зараз мы это сделаем. Сейчас мы это сделаем. Ну все, я думаю, можно уже начинать делать пакости. Сначала смажем туалетную бумагу. Потом добавим масленки на важель для рисового желоба. Ну, включая для рисового желоба. Вот. Так, сюда нейлоновые панчохи, ну, эти колготки нейлоновые, на сломанный генератор, чтобы он снова заработал. Ну все, и осталось тебе сделать финальные пакости. Я заметил то, что, ну, я это уже тоже говорил, как бы, то, что в консольной версии тут уровни отличаются. То, что вот, кто смотрел мои выпуски консольной версии «Красать соседа», те, я думаю, помнят, что в консольной версии, ну, не было. Ну ладно, давайте сначала посмотрим пранк. Здрасте. Я Ротвейлер, которому на голову картина упала. То, что в консольной версии только вот эти ступеньки. Вот этих ступеньки тут не было. И что просто приходилось вот это сюда бегать, чтобы нас девушка не заметил. Вот. Ну и, короче, делать все быстро. Это надо было. Так, ну вот теперь мне на все, что пошел срать. Так. Ай! Туалетка! Острая! Ладно, хоть травою! Ай! Это что, рысь, что ли? Ой. Да. Вот так вот обычный поход туалета превращается в увлекательное приключение. Ща арбуз поезжу. Так. Хоп. Ай! Больно! Вот же зараза, арбузы-то какие. Мягкие снаружи, твердые внутри. Ну ладно, пойду хоть на велике покатаюсь. Поехали. Ай! Я спец! А кто его разобрал? Кто это сделал? Нервовый взрыв. Хе. А так. Нервный срыв. И снова золотая статуэточка. Покомулу на Эгонг. Ну, этот уровень мы пройдем с вами уже в следующей серии.
все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами был Панали Let's Play. Всем удачи и пока-пока.